10 действенных упражнений для улучшения зрения. Зарядка для глаз – одна из тех простых вещей, которые делают очень немногие. Тем не менее, она может помочь вам сохранить прекрасное зрение. Вот 10 упражнений, которые займут не больше 10 минут. Вы можете опробовать их прямо сейчас, во время просмотра видео. Мы будем выполнять их вместе с вами. Упражнение 1. Моргать в течение минуты. Это упражнение помогает регулировать внутриглазное кровообращение. Не торопитесь и давайте начнем. Моргание – это отличный способ расслабить глаза. У такого упражнения три функции. Оно увлажняет глаза, очищает их и дает им отдых от света. Если моргать редко, ваши глаза станут сухими, что приведет к воспалению и ухудшению зрения. Быстро открывайте и закрывайте глаза, не напрягая веки. Выполняйте упражнение регулярно, чтобы приучиться моргать чаще. Вы можете выполнять упражнение где угодно, и занимает оно всего 30-60 секунд. Это особенно полезно тем, чья работа требует концентрации внимания. Упражнение 2. Вращайте головой, глядя вперед. Это упражнение усиливает кровообращение в глазах. Поворачивайте голову, глядя вперед. Сначала медленно поворачивайте голову справа налево, затем вверх-вниз. Продолжайте смотреть прямо. Вы можете выполнять упражнение в течение 30 или 60 секунд в зависимости от наличия свободного времени. Глаза – самый важный и один из самых сложных органов чувств в вашем теле. Плохое зрение накладывает множество ограничений. Поэтому выделите 10 минут в день на упражнения, чтобы иметь отличное зрение в любом возрасте. Закончите упражнение без спешки, и мы продолжим. Упражнение 3. Смотрите вправо и влево. Выполняйте упражнение в течение 30-60 секунд. Устройтесь удобнее, давайте начнем. Чтобы сделать все правильно, сначала посмотрите направо. Делайте медленно, на вдохе. Направьте взгляд вправо, насколько это возможно, но не перенапрягайтесь. Затем на выдохе медленно переведите взгляд влево. Помните, что выполнять упражнение нужно очень медленно. Когда закончите, прикройте глаза на несколько секунд. Упражнение 4. Закройте глаза и расслабьтесь. Считается, что темнота помогает укрепить фоторецепторы в глазах, что в свою очередь способствует четкому зрению. Все, что вам нужно сделать, это просто закрыть глаза и расслабиться. Самое главное – полностью расслабить веки. Подумайте о чем-то, что вам нравится делать, о ваших будущих каникулах или других приятных вещах, и держите глаза закрытыми в течение как минимум 30 секунд.
Упражнение 5. Смотрите в разных направлениях. Это упражнение улучшает все аспекты зрительного восприятия. Оно подходит как для исправления близорукости, так и дальнозоркости. Переводите взгляд в разные стороны. Сначала посмотрите налево в течение 5 секунд. Теперь посмотрите вверх, затем вниз и задержитесь на 5 секунд. Затем вращайте глазами по кругу в течение 10-15 секунд. Теперь нарисуйте глазами восьмерку. Не спешите. Упражнение 6. Закрывайте и открывайте глаза. Это упражнение помогает расслабить глазные мышцы и усиливает кровообращение в глазах. Зажмурьтесь на 3-5 секунд. Откройте глаза. Повторите еще раз. И еще. И еще разок. Всего нужно сделать 7 подходов. Упражнение 7. Сожмите пальцами виски. Это упражнение улучшает ток внутриглазной жидкости. Слегка сожмите виски пальцами и держите так 2 секунды. Повторите упражнение 4-5 раз. Давайте сделаем это вместе. 1, 2, 3, 4. Отлично сработано! Теперь давайте перейдем к следующему упражнению. Упражнение 8. Рисуйте взглядом геометрические фигуры. Рисуйте взглядом простые геометрические фигуры, держа глаза открытыми. Вы можете начать с треугольника. Затем нарисуйте большой прямоугольник, потом квадрат и круг. После вы можете перейти к более сложным формам, таким как трапеция и параллелепипед. Упражнение 9. Двигайте глазными яблоками вверх-вниз. Для начала закройте глаза. Затем медленно направьте глазные яблоки вверх и вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Делайте все медленно, держа глаза закрытыми. Повторите упражнение 5-10 раз. Давайте сделаем это вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Вы отлично справляетесь! Упражнение 10. Укрепите способность глаз фокусироваться на разных расстояниях. Сначала сядьте на стул или встаньте перед пустой стеной. Поместите большой палец на расстоянии примерно 25 сантиметров перед лицом и сосредоточьтесь на нем. Другой вариант – сосредоточьтесь на объекте, который находится от вас на расстоянии 1,5-2 метров в течение 10-15 секунд. Вот вам 10 секунд. Попробуйте.
Теперь, не двигая головой, сосредоточьтесь на объекте, который находится на расстоянии 3-6 метров от вас. Не спешите. Через 10-15 секунд переведите взгляд на большой палец. Повторите упражнение 5 раз. Регулярно выполняйте эти 10 упражнений, и через неделю вы увидите улучшение. Чтобы достичь наилучшего результата, необходимо также следить за своим здоровьем. По мнению экспертов, хорошее зрение зависит от вашего рациона. Помните, что наиболее полезной является натуральная пища с минимальной термообработкой, так как она содержит наибольшее количество витаминов. Ну что, вы уже попробовали упражнение? Как ощущения? Поделитесь впечатлениями в комментариях под видео. Не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться, чтобы оставаться на яркой стороне жизни.